Таких дорог у нас раньше не было. Это прям полностью то, что перевернуло, знаешь, в нашем сознании, что можно не латать дороги, а их перестеляют прям на очень высоком уровне. И сейчас, да, тоже переселяют. Да, кстати, да. У меня в городе где-то А где у вас город? Кривой Рог. Где-то месяц назад. Кстати, хороший русский город. Русский город? Кто же основал русский город? А почему он называется Кривой Рог? Можете сказать? Почему Кривой Рог? Давай, давай, Ну, давай, вот давай, ответьте давай. нам, Давай, давай почему Кривой Рог? вопросики по очереди. Сначала ты мне скажешь, кто же Нет. основал русский Почему город Кривой Кривой Рог, Рог? а я тебе Почему Кривой потом Рог? расскажу, кто его на самом деле основал и почему он называется Кривой Рог. Почему Кривой Рог? Почему Кривой Рог? Почему Кривой Рог? Как у вас по-украински будет город? Кривой Риг. Как? Кривый Риг. Нет. Город. Слово город по-украински. Как будет? Місто. 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 Почему не кривой місто, а кривой... Почему? Ответьте на вопрос. Почему? Еще раз. Я прям не поняла. Вопрос еще Почему? раз. Я не буду вам повторять одно и то же. Вы прекрасно все слышите. Почему не кривое место, а Да. кривой А рог? кривой рог? Да. Почему не кривой мисто? Мисто же у вас город. Правильно, правильно. Как ты понимаешь слово рог? Ты же понимаешь, что рог это, ну, рога, рога, вот, рога. Ну Да? да. И кривой Почему рог кривой? это вот рог такой, знаешь, как вот, Ну, например, как будет? казаки Так, пили из хорошо, рогов, хорошо, хорошо, там хорошо. Смотрите, грузины давайте пьют из по-другому зайдем. рогов, да. Как будет по-украински кривой? Кривый. Кривый рог. Как будет по-украински рог? Риг. Риг. Почему не кривой риг? Кривой риг, а кривой рог называется. Почему? Так это же я тебе адаптацию на русском языке говорю. Нет, почему Смотри, смотри. вашему Есть вот, украинскому например, городу город, не Кривой Риг? так называется Кривой Риг. Нет, Кривой Рог он называется. Кривой Рог. Вбейте в Гугле своем, в любом переводчике, и вам выдаст Кривой Рог. Да, я тоже в шоке. Вообще. Не нужно плакать, успокойтесь. Новый год, мы говорим, зачем плачете? Згинуть наші ворожи, як роса на сонці. Я вибачаюсь, Кот и хай, ведь слава в Украине, слава в лесу с Новым годом, Яринка. А кривой рог у нас. Ну а что? Ну, без ответа. Солнце, смотри. Я аж не могу. Город называется. Смотри, я с тобой на каком языке разговариваю? На каком? На русском. На русском. Значит, наверняка я тебе буду говорить русскую интерпретацию этого города. Правильно? Название. Как на украинском будет Кривой Рог город? Кривый Рих. Кривой Рог. А почему он называется Кривой Рог? Он у вас так датируется на официальном уровне. Не по-украински, а по-русски. На каком официальном уровне? На обычном. На как, где указано, что Карту открой. На глобусе. на глобусе? Ой, 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 аж голова разболелась, я прям уявляю, как на глобусе.
глобусе указано Кривой Рог. Прям Київ не видно на глобусі, зато написано Кривой Рог. Ой, це жах, це просто жах.